Так, ну сейчас следом вторая бронзовая встреча греков Валентин. Украинец будет бороться против азербайджанца Ильхана Мамадова, который вот как раз и остановил 1/4 финала россиянина Дениса Кирилла. Вот азербайджанец. Как интересно, да? Все схватки за третье место, это представители бывших. Ты знаешь, я тоже об этом же подумал, весовой категории. Что на всех турнирах, вот регионы не растеряли, ну что ли, своего мастерства, как регион, наши соседи уже, да, друзья, соседи, соперники по спорту. Украинцы, белорусы, грузины, Центральная Азия, все с медалями, как правило, и на Олимпийских играх. На чемпионатах мира. Удается удержать позиции. Да, вот последняя, правда, Олимпиада для нас была очень неудачная. Вообще ничего. Но представители СНГ на пьедестал поднимались, и многие даже выиграли. Грузины олимпийскими чемпионами становились, азербайджанцы. Я не знаю, можно ли считать Илиадиса грека. Грузина, который учился дзюдо в Грузии. Представителем советской школы дзюдо? Ну да. Ну, наверное, представителем грузинской точно можно считать. Поскольку грузинская – это часть советской школы, наверное, все-таки можно считать. Ну, тоже элемент хороший ловил на подсечку. Боковую в темп сделал Валентин Греков. Ну вот руками. Контрприем. Сам упал. И сразу стремительно на болевой прием, на рычаг локти перешел. Азербайджанский спортсмен, но не очень уверенно выполнил этот элемент технически. Дал легко встать в стойку. А шанс был, да? Шанс был, да. Поработать на руке. Белорус Макаров, да, стал олимпийским чемпионом тоже, 100 килограмм. Да, Лафин, Игорь Макаров, Игорь, да. Макаров, да. Продолжаем, продолжаем. Продолжаем славные традиции, на самом деле. И вот сейчас мы видим, что 4 спортсмена борются за медали. Ой-ой-ой-ой-ой. В базаре. Что-то так прям посыпался греков, да. У него что со стопами такое ощущение, что могу ошибаться. Вот, и коленочку подержался. Ну-ка еще раз смотрим. Оп, подсечку. И вот тут азербайджанец докрутил. Докрутил, видишь, да? Прям давил четко до спины. Вроде бы само падение на колено, а дальше просто докрутил украинца. Ворота на поворот обменялись. Ну, греков отдают, когда заходит. Да, вот у меня такое ощущение, что потерялся немножко в ходе этого поединка. Сейчас тут 2 минуты не его абсолютно. Отдает захват, отдает инициативу. Пока ничего не удалось создать ему толком вообще. Избрал тактику, которая пока не приносит, на самом деле, плодов. Вот сейчас, может быть, попытался сверху забрать, меняет все время направление, вот свои взятия захватов, то отворот, то сверху, то в другую сторону вдруг неожиданно попытался провести такой подхватом. Но тут же свой соперник попытался провести контратаку обшагиванием. Но вот потом в партере вот активно прессингует, прорывается на удержание. Но... Вообще греков очень красиво борется, у него интересная техника, подклад хорошо делает, но опять-таки... Это он делает в обе стороны его, что тоже придает, скажем, остроты и непредсказуемости. Да, это, вообще в любом поединке это дает дополнительный шанс, дополнительный бонус. Очень мощно прям вкладывается. Смотри, так вообще. Сейчас должны еще юка дать, да. Бросок через спину с рукавом, а, так сказать, обратная спина в данной ситуации. Провел азербайджанский спортсмен. Смотрите, как мощно прям ворачивается.
полоборота вроде просто опять одними руками фактически доворачивает и весь вес тела бросил еще через противника. И тем самым дополнительные усилия задал прием и довернул до оценки Юка. Тоже такой очень сложный технический элемент. Опять сверху. Интин Греков навязывает, пытается взять захват. Мамадов так достаточно уверенно его сдерживает, контролирует ситуацию. Ничего пока не получается. Не получается. Но здесь, кстати, вот это... Что, односторонний захват долго держал? За односторонний захват, да, дали. Долго в дзюдо, по правилам дзюдо, односторонний захват держать больше 2-3 секунд без атаки нельзя. И сейчас еще, более того, требование вообще собирается еще, то есть, не убрать, наоборот, его еще ужесточить. То есть сразу, чтобы бросать. Практически там, да, либо сразу подворачивать за 1-2 секунды, либо тебя первый раз останавливает, схватку дает команду Мате, затем тут же наказывает. Не знаю, хорошо это будет или плохо, если честно. Потому что тогда заставить спортсменов бороться фактически только с двухсторонним захватом. Ну, сейчас как-то на дистанции стал Валентин работать. Поздновато. Ну, минута, правда, еще. Попытался бороться более, так сказать, в подвижной манере. Ой, как залез. Опа, зря. Сам. Зря. Вазари. И Ипон. Пошел ва-банк неоправданно, да? Мамадов, ну вот, посмотри. Выиграл у Кирилла Денисова и на пьедестале тоже оказался. Достойный соперник, достойный конкурент. Ну так достаточно уверенно и легко. 4 оценки фактически сделал. 2 у Азари, 2 Юки. Смотрите, что получается. Сегодня 2 веса мужских и 2 азербайджанских атлета остановили. Подход наших сделал, ребят. Опять контрдействие при том. Контрприем провел подхватом на Лазаре. Причем Мамадли Ильнур двоих наших приговорил, да, и чемпиона мира, и Сержадина Магомедова. Молодец, достойно выиграл. Так, ну что, все бронзовые медали разыграны, остается финальная часть. Так спокойно осталось. Спокоен. Азербайджанский спортсмен. Очень уверенно боролся вообще. Каких-то не испытывал, мне кажется, каких-то сложностей. На удивление даже.